Да, не мутите ее, чтобы хорошее было. Вот, здравствуйте, товарищи. Ой, вот я решил завязать, как я и обещал, со звуком, с музыкой, переехать на вольные хлеба, ближе к природе, потому что вся эта грызня, не знаю, личности непонятные, которые пытаются навязать, не знаю, что они пытаются доказать. Ну, устаешь от этого всего постоянно. Поэтому с трактом Ключика Машинского, наверное, в этом году уже будет покончено. То есть он остается как памятник. Цены я поднимаю на свои изделия еще в 10 раз. Ну, потому что я не собираюсь еду в закуску превращать. И, так сказать, ну, таков порядок вещей у нас текущий. А тут у меня хорошо. У меня тут петушки кричат. Огурчики, помидорчики. Вот ягодки будут. Яблочки с наших диких краев, голодных, где кроме шишек на деревьях и кабанов под ними ни хера нет, и тигров, которые тоже не очень дружелюбны. Вот сюда поближе к нормальным людям, к природе, кошечкам, курочкам, яичкам, молочку, короче, парному. Ну, буду заниматься общением с космосом, с природой, с людьми. То есть помаленьку вот огородом заниматься, как вода сойдет с дачного участка. Жарить вот шашлычки, вспоминать о том, что когда-то мы вставили всему хаэнду по самой гланды. Было время дровишки тут рубить по утрам. Ой, хорошие такие. Сейчас. То есть нормальная мужицкая жизнь, короче, мужики. Вот кто живет в городе, меня поймет. Вот так вот. Вам что пожелать? Вам, ну если надо будет что-то паять, конечно, за нормальные деньги не откажемся. Я просто привык свой труд ценить. Поэтому надо будет, найдете, короче, в интернете или еще где-то. Так сказать, особых адресов не оставляю, там пара ящичков работает. Пожелаю вам новых открытий для себя, для своей души. Ну и так, большого человеческого счастья, чтобы вы жили долго, счастливо, чтобы силы уходили не на какую-то там злобу, терки, на, в общем, непонятные какие-то мутные дела, а уходили на творчество, чтобы уставали от творчества, чтобы достигли огромных вершин сияющих, покорили их. И за этими вершинами вспомнили до слова Высоцкого, что кроме гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Увидели с этих вершин новые горизонты, новые пути и так далее. Давайте, мужики, будьте счастливы, а я пошел. Самогон, все дела, ну, сами понимаете, человек наконец-то занялся любимым делом, самогон там, все такое. Чем мне алкашу еще остается, да? Счастливо.